जयराधामदवाम कुञ्जबिहारीम् गोपीजनबालाभा गिरिवरदारिम् गोपीजनबालाभा यशोदनन्दना व्रजनरञ्जन यमुनाथीरवनचारीम् जय राधा माधव कुञ्जबिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरदारिणी यशोदनन्दना ब्रज जनरञ्जन यमुनाथीरवनचारीम् जय राधा माधवाम कुञ्जबिहारीम् गोपीजनबालाभा गिरिवरदारिणी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जन यमुनाथीरवनचारीम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे जयं गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Так, дорогие преданные, мы читаем дальше книги Шрилы Прабхупады, служа этим книгам как божествам и к
как самому Шриле Прабхупаде, который сказал, он будет жить вечно в своих книгах. Святой Вайшнава Ачарья не отличен от своих наставлений. Я прочитаю один небольшой отрывок из Шримад Бхагаватам, комментариев Шрила Прабхупады, и мы продолжим Бхагавад-гиту 9 стиха 12 главы. Я читаю Шримад Бхагаватам 10.2.37, комментарий Шрила Прабхупады, последний отрывок комментариев. Шрила Санатана Госвами, который приводит следующую цитату из Падма Пураны, Авайшнавам Укот Гирнам, Путам Хари Катамритам, Шаванам Найва Картавьям, Сарпо Чиштам Яттапая. Мы должны неукоснительно выполнять это указание и никогда не пытаться слушать майавади, имперсоналистов, последователей философии пустоты, политиков или так называемых ученых. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых преданных. Вот это очень строгое предупреждение великого нашего Ачарьи Шрилы Санатана Госвами. Кто ослушается этого предупреждения, ничего хорошего не получит в духовной жизни. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых преданных. Это очень важно. В связи с этим Шрила Рупа Госвами дает такой совет. Шигуру Падашая. Человек должен искать прибежище у лотосных стоп чистого преданного, который может стать его гуру. Чайтанья Махапрабху объясняет, что гуру – это тот, кто строго следует наставлениям Бхагавад-гиты. Яриде Катаре Каха Кришна Упадеша. Чайтанья Чаритамрита Матха Лила 728. Человек, который жонглирует словами, занимается магией или несет всякий вздор, чтобы сделать карьеру ученого, это не гуру. Гуру – это тот, кто передает другим Бхагавад-гиту, наставление Кришны, в неискаженном виде. Еще раз. Гуру – это тот, кто передает другим Бхагавад-гиту, наставление Кришны, в неискаженном виде. Шраванам очень важен, необходимо слушать наставления вайшнавских, сатху, гуру и шастра. Здесь очень важно слово вайшнавских, сатху, гуру и шастр, но нужно до этого увериться, что это вайшнавский сатху, вайшнавский гуру и вайшнавские шастры. Это обязанность того, кто слушает. Особое внимание в этом стихе следует обратить на слово криясу, которое означает «занимаясь физическим трудом» или работая. Люди должны заниматься практическим служением Господу. Движение сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это дело чрезвычайной важности. Преданные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне. Очень важно помнить, как должны преданные обращаться по совету Шрилы Прабхупады к людям. Преданные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне. Здесь очень важно слово «о Кришне». Побуждая читать книги о Кришне, скрывая, что это книги о Кришне, невозможно просто. Как я могу побуждать людей читать книги о Кришне, скрывая, что это книги о Кришне? Это невозможно просто. Поэтому я должен говорить о Кришне, побуждая людей читать книги о Кришне. Это чистая бхакти. Потом Шрила Прабхупада пишет, чтобы в будущем этот человек тоже стал преданным. То есть, если не побуждать его читать книги о Кришне, с этим мотивом, чтобы он в будущем стал тоже преданным, не сразу, говорит Шрила Прабхупада, чтобы в будущем этот человек стал тоже преданным. Может быть и сразу, но это редкое явление. То есть цель распространения книг – каждого подойти и побуждать его читать книги о Кришне, чтобы в будущем он стал тоже преданным. Вот это «Ярадека тарека Кришна упадеш», как говорит Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Прабхупада комментирует эти слова Господа Шри Чайтанья Махапрабху. То есть каждому говоря о Кришне,
Это слова самого Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Яре Дека, как мы прочитали сейчас. Вот кто истинный гуру. Яре Дека Таре Каха, Кришна Упадеш. На обучение Кришны, наставление Кришны, слова Кришны. Кришна Упадеш значит наставление Кришны. Каждому говори о наставлениях Кришны. Вот это есть чистая бхакти, распространение книги, распространение Бхагавад-гиты и в том, что человек передает Бхагавад-гиту. Каждого, кто так делает, называет Шрила Прабхупада чистым преданным. Он говорит, гуру – это тот, кто передает другим Бхагавад-гите наставление Кришны в неискаженном виде. Садху тоже тот, да, такой же. Они все должны быть чистыми преданными. А то это не садху и не гуру. И здесь второй момент. Когда человек так делает, что получает? Именно к такой деятельности призывает нас данный стих. Крия-су яствас чаранаравиндайо. Занимаясь ею, преданные будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. То есть, когда человек чистым бхакти занимается, распространяя книги, распространяя знания Бхагавад-гиты, Шримад-бхагаватам в неискаженном виде, он будет постоянно помнить о лотосных стопах Господа. То есть, тот, кто сосредоточивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, полностью погружается в сознание Кришны. Это и есть самадхи. То есть, Шрила Прабхупада говорит «для Кришны». Это и есть чистая бхакти. Если полностью человек сосредоточивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, он полностью погрузится в сознание Кришны. Это и есть самадхи. То есть постоянно будет помнить Кришну 24 часа в сутки и не забывать. Это и есть самадхи. Пока человек не достигает чистого бхакти в распространении науки, бхакти в распространении этих книг, он не сможет погрузиться в полное сознание Кришны. Полное сознание Кришны значит постоянно, как мы вчера читали, в 8 стихе 12 главы, высший уровень уттама-атикари, постоянно помнит о Кришне. Сегодня мы читаем 9 стих 12 главы. «Атачитам самадатум нашакношей маистирам». Абьяса йогина тато мами чаптум дхананджаям. У Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Комментарий по божественной милости Абхай Чаранаравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первой занимаются те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, верховной личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к верховной личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне любви, он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которая занимает наши пока еще оскверненные чувства. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в разных, самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием.
Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначальную, присущую каждому любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно под руководством опытного духовного учителя следовать определенным принципам, вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Харе Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божества вкусные блюда, принимать просад и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам в изложении чистых преданных. Здесь тоже очень важный акцент. В изложении чистых преданных, а не в изложении Бхакта Сергея, который как бы просто от гордости пришел, сидит на Вьясасане и просто смотрит, что транслирует его лекцию, и перед ним сидят преданные в шикхах и в одеждах в храме живущие, но он, Бхакта Сергей, вот, сидит на Вьясасане и ораторствует, и это счастье приносит ему. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам в изложении чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, ведущий в Его Царство. Тот, кто выполняет правила и предписания бхакти-йоги и под руководством духовного учителя находится, непременно достигнет любви к Богу. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмалитам яна тасмай шри гураве намаха. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуннавади Пашчада Деша Тарине Ванча Калпатару Башча Крипа Синду Певачам Патитанам Баванебьо Вайшнавебьо Намо Намахам Намо Махавадханьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намине Гаура Твише Намахам Югайтам Нимешена Чакшуша Правришайтам Джугайтам Правешена Чакшуша Правришайтам. Шуньяйтам джагат сарвам говинда вирахе намем, говинда вирахе намем. Так мы читали 8 стих, где Господь Шри Кришна говорит Арджуне: «Маева манатат свамай бутим нивешая нивасишаси маева атауртвам насамшая». Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога, направь на меня весь свой разум, так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. И Шрила Прабхупада в комментариях сказал, что кто преданно служит Господу, таким образом непосредственно связан с Верховным Господом. Поэтому с самого начала он находится на трансцендентном уровне. Преданный живет не в материальном мире, а он живет в Кришне. И мы понимаем, что Шрила Прабхупада комментирует этот стих. Имеется в виду такой преданный, который весь свой ум и разум сосредоточил на Кришне. И так живет с ним вечно, с Кришной, и в этом не может быть никаких сомнений. Шрила Прабхупада сказал, что тогда такой преданный, он повторяет мантру Харе Кришна, и Господь и его святое имя отличны для него друг от друга. И когда он принимает Кришна Прасад, тоже Господь не отличен от Прасада, и он ощущает это и пропитывается или пронизывается Кришной, Кришна зируется. И Шрила Прабхупада сказал об этом коротко и в конце написал, что никогда не сможет понять тот, о чем здесь идет речь, если он не занимается таким преданным служением. Он не может понять это, даже если будет читать Бхагавад-гите и других ведийских писаниях. То есть бхакти человек не может понять уровень бхакти, само бхакти, только облизывая банку с медом снаружи. То есть читая Бхагавад-гиту, Шримад-бхагаватам, слушая
нечистых преданных, думая своим материальным разумом, умом, человек никогда не может понять, что такое бхакти-йога. Просто не может понять. Потому что это похоже на этот пример Шрилы Прабхупады знаменитый. Банку облизывать с медом снаружи, не открывая банку и не пробуя банку. То есть нужно стать самому преданным и практиковать чистое бхакти, чтобы понять, что такое чистое бхакти и кто Кришна. Чтобы ощущать чистыми чувствами. Чувства должны быть чисты. Поэтому Господь Шри Кришна говорит у Арджуна в 9 стихе, завоеватель богатств, если же ты не сможешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. То есть мы отлично понимаем, что помним, что Бхагавад-гиту Господь Шри Кришна сказал на поле битвы Курукшетра между двумя армиями. И естественно, на поле битвы Курукшетра Кришна не имел в виду, что Арджуна, если не сможет думать о Кришне, будет делать арати, вставать рано утром, собирать цветы и следовать садхана-бхакти, чтобы развить желание в себе достичь Кришны. И поэтому мы можем понять, что это писание не только для Арджуны, а для всех нас и для всех тех, которые нуждаются в этом, в этих советах Господа Шри Кришны. Арджуна был на высшем уровне, он всегда думал о Кришне, притом с любовью, и всегда рядом общался с ним, как близкий друг. И поэтому здесь речь идет о тех, кто не на уровне Арджуны. И Шрила Прабхупада в комментариях сказал, что в этом стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первой формой занимаются те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, а вторая предназначена для тех, кто еще не развил духовную привязанность и любви к Кришне. То есть есть для всех возможность. Садхана бхакти фактически можно совершать, практика преданного служения садхана бхакти можно совершать, не имея преданности и любви к Кришне, то есть начинать этот процесс просто от того, что человек верит, что это путь совершенства, верит священным писаниям, верит гуру, сату шастрам, что он должен вставать рано утром, служить божествам, предлагать цветы, повторять Харе Кришна, слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту из уст чистых преданных. Это очень важно. Мы акцентируем, потому что так говорит Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада предполагал на вопрос, что почему в наших храмах дают лекцию не только чистые преданные, а все, которым назначают. Шрила Прабхупада предполагал, что люди должны быть чистыми преданными. И предполагал, что должны давать это наставление чистые преданные, чтобы люди очистились. Это предполагалось. И фактически, если человек совершает без любви и преданности эту практику и бхакти-йоги, она очень могущественна, эта практика. Она может очистить человека, и его чувства очистятся, его ум, разум, чувства, глаза, осязания. Зрение, все очищается, разум, все очищается. И человек начинает постепенно ощущать любовь и преданность Кришне. Но эта садхана бхакти, как Господь Шри Кришна здесь сказал, она дает человеку развитие этого желания. Желание спит, покрытое майей, желание всегда достичь Кришну и любить Его. Вот это сильное желание достичь Кришну и полюбить Кришну, оно спит, и посредством садхана бхакти оно просыпается, фактически просыпается, и человек может очиститься. И перейти на вторую категорию, то есть совершать садхана бхакти уже с любовью и привязанностью. То есть совершать садхана бхакти можно без любви и преданности, и можно уже с любовью и преданностью. Но когда человек совершает садхана бхакти с любовью и преданностью, он должен идти дальше. Это означает, что он уже на том уровне, в лестнице бхакти, когда он очистился и совершает чистое бхакти.
И вот, совершая чистое бхакти, начиная с уровня ручи, он идет дальше, достигает уровня асакти, и потом достигает уровня бхавы. Вот это уровень бхавы, это является целью садхана бхакти. Здесь садхана бхакти заканчивается, когда человек достигает уровня бхавы, он практикует уже не садхана бхакти, а практикует бхава бхакти. То есть практически до асакти, включительно до привязанности к Кришне, он занимается садхана бхакти, но занимается уже на уровне ручи или асакти, занимается уже уровнем вот любовной привязанности уже, да, уже. Привязанность асакти – это не без любви, там есть любовь, но любовь расцветает дальше на уровне бхава-бхакти. Когда преданный приходит на этот уровень, он достигает фактически такого состояния, как описалось в предыдущем стихе, 8-м стихе, что весь его ум и разум полностью сосредоточен на Кришне, он в самадхи находится. На уровне асакти он иногда может, его ум, убегать куда-то, но оно приходит назад, это описывает Шрила Вишванатха Чакрарти Тхакур в Мадхуре Кадамбини. Но на уровне бхавы он уже полностью фиксирован в самадхи. И не отклоняется никак ум и разум от Кришны. И это уже бхава-бхакти, экстатическое преданное служение. Потом приходит према-бхакти. Человек очень быстро может достигнуть после бхава-бхакти, према-бхакти, если он очень решительно настроен. Хотя бывают случаи, когда не в одной жизни достигает, например, пример Бхарата Махараджи очень поучительный пример Шримад Бхагаватам, когда человек, такой личность, как Махарадж Бхарата, он достиг бхава-бхакти и уже был готов вернуться обратно к Богу, но он привязался к маленькому алюнёнгу и упал с этого уровня и получил фактически, ну, какой-то маленький момент он. Поглотился его ум олененком, отключился от Кришны немножко, стал очень сострадательным к олененку. Вот из-за этого сострадания к олененку постоянно думал об олененке и упал с камня, оставил тело и родился, потому что думал об олененке, законы очень жесткие, и родился олененком. Но коротко жил теле олененка, помня о своей ошибке, и потом он родился Джада Бхаратой. То есть 3 жизни понадобилось, чтобы достичь уровня Парамахамсы, такой, который больше никак не падает. И он достиг уровня Парамахамсы, Джада Бхарата. Уже даже его хотели убить и везли убивать. Он даже в это время не отключался, его ум и разум от Кришны. Он всегда блаженственно медитировал самадхи на Кришну. Это уже высочайший уровень, такой, который абсолютно не подвержен падению. И фактически Господь очень сострадательно дает все возможные пути. Если человек не может заниматься садхана-бхакти на уровне вайди-бхакти, то есть из-за чувства доверия к шастрам, садху-гуру, без любви и преданности, чтобы очиститься и достичь спонтанной бхакти, привязанности к Кришне, чистой бхакти, он, если даже это не может делать, Господь Кришна говорит в 10 стихе дальше. Апьясепи асамартоси мат карма парамо бхава, мадартам апи кармани курван ситим авапсяси. То есть еще есть возможность достичь совершенства, сделая так, как Господь Шри Кришна советует. Если ты не в состоянии исследовать правилам, предписаниям бхакти-йоги, как в предыдущем стихе говорил Господь Шри Кришна, просто трудись для меня, ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Трудись для меня. Что значит это, сейчас Шрила Прабхупада в комментариях скажет. Комментарий Шрила Прабхупады. Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенства, если будет трудиться для Верховного Господа. О том, что значит трудиться для Господа, уже говорилось в последнем стихе 11 главы. Человек должен по мере своих сил помогать проповеди сознания Кришны,
Много преданных проповедуют сознание Кришны, и они нуждаются в помощи. Поэтому тот, кто не может сам следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, может оказывать содействие проповедникам. Для любого серьезного начинания необходима земля, начальный капитал, организация и рабочая сила. Как бизнесмену необходим офис, капитал, рабочая сила и организация, которая поможет ему расширить свою деятельность, так и в служении Кришне нужно все то же самое. Единственная разница в том, что материалист действует исключительно ради удовлетворения собственных чувств. Однако, если та же самая работа выполняется ради удовлетворения Кришны, она превращается в духовную деятельность. Тот, у кого достаточно средств, может помочь построить какое-нибудь помещение или храм для проповеди сознания Кришны, или участвовать в издании книг. Поле деятельности очень обширно, и нужно стремиться принять в ней посильное участие. И даже если человек не может пожертвовать Кришне все плоды своего труда, он может уделить какую-то часть своего времени на проповедь сознания Кришны. Такое добровольное служение, способствующее распространению сознания Кришны, поможет человеку постепенно развить в себе любовь к Богу и таким образом достичь совершенства. То есть путь постепенного развития любви к Богу, Господь Шри Кришна дает постоянно. Если человек не может следовать садхана бхакти и не может тем более следовать сосредоточению полностью своего ума, разума на Кришне от любви и привязанности и быть в таком состоянии с Кришной всегда, повторяя на таком уровне Харе Кришна, он может помочь как-то часть своего времени и средств помочь делу Кришны. Шрила Прабхупада сказал, это есть проповедь сознания Кришны. Много у нас есть таких преданных, которые не могут строго следовать садхана бхакти, тем более не могут постоянно быть сосредоточенным на Кришне. Но они делают, и молодцы, они делают много. Кто-то много делает, кто-то мало делает. В издании книг, проповеди сознания Кришны, помогая с помещением, помогая разными средствами, машинами, помогая своим физическим трудом. Да? И это все делая фактически, если эта самая работа выполняется ради удовлетворения Кришны, она превращается в духовную деятельность. Сначала человек делает от чувства благодарности, от чувства и желания служить Господу, Его преданным. Потом у него проявляется очищение. И это очищение дает ему мотив, что он ради Кришны строит что-то или жертвует что-то. Ради Кришны, ради Кришны. И это фактически превращается в духовную деятельность. И человек, вот так очищаясь, может легко уже следовать садхана бхакти и легко может уже достичь сосредоточения ума на Кришне полностью посредством такой деятельности. Потому что постепенно, постепенно. Ну, это в одной жизни может произойти в нескольких жизнях. Но такое добровольное служение, слово важно, добровольное. Добровольно он жертвует Кришне. Добровольное служение способствует распространению сознания Кришны. Оно поможет человеку постепенно развить в себе любовь к Богу и таким образом достичь совершенства. И фактически каждый новичок, который приходит в это движение, как минимум вот это делает. Как минимум мы приходим, и нам говорят, каким-то образом помогите распространению книг Шрилы Прабхупады. Распространению этого знания, распространению просада, помогите арендовать храм, помогите цветы принести для божеств, что-то сделать, помогите мыть полы и так далее. Даже деньги получают преданные, которые это делают. Какую-то минимальную сумму, охрану совершают, что-то делают, менеджментом занимаются, бухгалтерией занимаются. Даже настолько милостивые, преданные, что какую-то сумму дают этим ребятам, которые регулярно не работают, а делают Кришне служат. Некоторые без денег служат, потому что им деньги не нужны, то, что они делают, им хватает. Некоторые нуждаются, поэтому они весь день
служат Кришне, но они же должны как-то получать что-то. Это все очень важно, и учитывать, что насколько сострадательный Кришна дает всем возможность сразу или постепенно заниматься преданным служением. То есть содействие проповедникам, это означает содействие Шриле Прабхупаде, его миссии, и тем проповедникам, которые верой и правдой служат Шриле Прабхупаде в нашем движении. И фактически это означает любая рабочая сила, любой капитал, любая помощь принимается. И это Господь учитывает. И такой человек, служа моему делу, говорит Господь Шри Кришна, ты тоже достигнешь совершенства. Просто трудись для меня. То есть это тоже путь достижения совершенства. И здесь мы остановимся, дорогие преданные. Мы почитали два стиха, 9 и 10. Дальше мы продолжим в следующий раз. Спасибо большое. Харе Кришна. Джая Шрила Прабхупада. Харе Кришна.